Никита с каждым днем прибавляет не только в возрасте, но и в весе. Мальчик родился на границе между временами года, буквально в первый час лета. Астрологи спешат пророчить таким малышам острый ум и спокойный характер. Но для мамы Елены самое главное, что малыш здоров и скоро на собственных смотринах будет лично знакомиться со своими родными. 3980 родились, но мы уже 4 килограмма. Все хорошо, сегодня нас выписывают. Наталья с новорожденной дочкой тоже готовится к выписке. Девочка, появившаяся в День защиты детей, стала настоящим подарком для родителей. А как известно, любой подарок или сюрприз должен быть неожиданным. Неожиданно. Время было на 10 или 11 июня. Папа сегодня имя дает, Елена будет звать ее. Максимовна? Максимовна, красавица. Вот. Ждали девочку? Конечно, она очень долгожданная. Первый сын, вторая девочка, комплект полный. Ни мамы, ни малыши, рожденные в День защиты детей, не остались без подарков. Всего 1 июня в Ленинске родились трое младенцев. Всем на память достался серебряный медальон. Маленьких жителей в городе с таким памятным подарком наберется всего десятка три, так что вещь эксклюзивная. Ну а мамам пожелали приходить за подарками еще не один раз.